Великобритания. В зоопарке Твикера родили сразу два детеныша дальневосточного леопарда. Да-да, того самого, который находится на грани вымирания. Это самые редкие из подвидов леопарда, их всего-то несколько десятков особей. Именно поэтому рождение не одного, а сразу двух детенышей – это особенное событие. Работники зоопарка надеются, что эти детеныши станут частью масштабных планов по восстановлению популяции леопардов в дикой природе.